Надеждина, 28 февраля. Клевать перестало. Вот она, деревня. Там домики. Можно там жить и далеко не ходить. Постоянно быть здесь на связи. И знать, в чем обстановка. Ловим возле, в районе водопада желтого грязного ручья. Все мутят, думают, что там, о чем там, ходят, бродят, непонятно. Еще народ не все приехали. Ну, буду ждать, наверное, клёва. Вчера после 5, говорят, до 8, до 7 часов клевало очень хорошо. Сегодня клевало с утра. Хорошо, прям отлично. Пока народ не начал топать и бурить, а потом стало хуже. Так вроде все хорошо было до тех пор, пока кому-то весело, все уже народ. Так что рыбачите, приезжайте отдыхать и жить можно даже. Там домики есть.